такой вопрос, почему вот летом, когда отключают воду на 2 недели, не могут сделать ничего. Все службы абсолютно полностью, они бездействуют. И, соответственно, из-за этого люди потом страдают. Почему вот выделяются 2 недели и не могут ничего проверить? Говорят, что проводятся какие-то проверки, но мое личное мнение, что не проводится ничего. Чтобы купить студенческий проездной, нужно примерно от 1000 до 1200 рублей, в зависимости от места, где ты пополняешь баланс этой карты. Это не маленькая сумма. И чтобы отбить данное вложение, тебе нужно очень много ездить по городу. Есть ребята, которые ездят буквально там до торгового центра, до университета, и цена не оправдана. Можно было бы как-то увеличить цену, допустим, добавить заморозку, или как-то, чтобы существовал лимит поездок, допустим, ты выбираешь, допустим, там, тебе нужно 100 поездок в месяц, и от этого уже бы привязывалась цена. Удивило, приятно, ребята, удивили своими вопросами. Вопросы были разного плана, разные социально-политические. Они касались и сферы ЖКХ, касались и дороги, и социальной адаптации пожилых людей. Конечно, не обошлось и без вопросов личного характера, те, которые интересуют непосредственно студенческую молодежь. Встреча была очень живая. Я думаю, что ряд вопросов мы получим даже и на прямую линию с губернатором. И либо в социальных сетях ребята свои вопросы отправят Олегу Александровичу. Молодежь активно участвует в различного рода форумах и мероприятиях всероссийского и международного уровня. Правительство поддерживает. Правительство поддерживает молодежь и в кадровом потенциале, потому что в составе правительства есть департамент внутренней политики со специалистами по работе с молодежью. В каждой администрации районного центра есть специалисты по работе с молодежью. Это говорит о том, что мы уделяем большое внимание работе непосредственно с подрастающим поколением. Более 5 миллионов рублей ежегодно выделяется на поддержку инициатив молодежи Вологодчины. Это различного рода проекты, заявленные молодыми людьми, реализуемые на территории нашей любимой Вологодчины. Невозможно видеть будущее без молодежи. 14 октября наш лидер, лидер нашего региона, губернатор Вологодской области Олег Александрович Кувшинников, заявил очередную прямую линию. Она стала уже ежегодной и традиционной для наших вологжан. И это отрадно. Потому что на прямой линии любой вологжанин любого возраста, любого пола, вероисповедания может задать абсолютно любые интересующие его вопросы. Молодежь. Молодежь Вологодчины, она активна, она инициативна. И у молодежи 14 октября будет уникальная возможность задать свои молодежные вопросы, на которые, как традиционно, наш губернатор прямо и честно ответит.